Всем добрый вечер. Как связь, как меня видно, как меня слышно? Вышла я к вам ненадолго после вечерней практики. У нас уже вовсю идет марафон. Напоминаю, что сегодня в прямом эфире была открыта тренировка Маргариты Нащекиной. Вы можете к ней зайти на страничку и потренироваться. У нее до завтрашнего дня будет висеть эфир в записи. Эта тренировка была открыта как мастер-класс того, что мы даем в своем марафоне. Где мои сиськи? Да фиг кого знает. Вы вот мне такой вопрос задали, я же испугалась. Думаю, господи, куда они делись? На месте сисюли. Вот, с Маргаритой Нащекиной тренировка была, вы можете потренироваться. Йогу я вам уже несколько раз давала, и для беременных, и для небеременных. Сейчас у нас закончилась вечерняя практика в марафоне. Спасибо. А я после йоги вообще всегда какая-то блаженная. Ну, это такое дело, знаете, йога. Элечка, привет. Там невозможно по-другому. Ну да, марафоновцы здесь. Напоминаю, что завтра в 23:00 я закрываю набор на марафон и полностью удаляю всю информацию о марафоне. Телефоны, в общем, куда писать, потому что, ну, как-то надо этот конец иметь, конец какой-нибудь. Вот, поэтому вы еще можете подать свою заявку. У вас практически сутки, есть даже чуть больше впереди, чтобы оставить заявку. После 23:00 завтра мы уже заявки не принимаем. Даже очень-очень, даже пожалуйста. Ну, Мариночка, ну, пожалуйста, я знаю, что я пропустила целую неделю. Ну, впустите меня в марафон. Нет, и все. Потому что я так продлила на 2 дня. Марафон уже стартанул. Вчера был первый день, сегодня уже второй. Да, в марафоне у нас ежедневные тренировки, прямой эфир, утром с Ритой Нащекиной, силовая, вечером со мной, йога, растяжка. Также у меня утром фитнес или йога чередую через день для беременных, поэтому беременным в этот марафон можно. 2 раза в неделю психология со мной, 2 раза в неделю тверк с Элеонорой, 2 раза в неделю прямой эфир из фитнес-клуба с Натальей Трухиной, то есть вы еще можете прокачаться в зале, и 2 раза в неделю у нас еще прямые эфиры с Мариной Русаковой, это учитель английского языка, то есть вы можете детей смело в марафон приглашать, потому что они могут как и фитнесом заняться, так и йогой, и также английским языком. Английский язык и для вас, и для ваших детей. То есть это марафон, где есть практически все, что можно дать через интернет. Ну, следующий марафон я тоже планирую, дам еще добавить 6-го спикера. При этом цена не будет меняться. Всегда один ценник, это 1000 рублей за все про все. Вот целый месяц мы работаем с вами, это более 100 эфиров прямых. И эти 100 эфиров стоят за 1000 рублей в месяц. О, Ритуся тут, да? Нащекина, привет, да, вижу. Спасибо. Спасибо, девочки. Вот хотите также приходите в марафон, научим. Йога, между прочим, творит чудеса, я вам хочу сказать. Она ускоряет метаболизм, улучшает все обменные процессы, если вы хотите выглядеть моложе, и не только визуально, но еще внутри, чтобы у вас и энергия была, чтобы, знаете, еще есть такое понятие, попу накачать, ножки похудеть, прессик прокачать, просушить, личико можно подколоть и хорошо выглядеть, а при этом внутри все равно вам будет 48 там, или 58. Что с этим делать? Для этого есть очень крутая техника, называется Удьяна Науля, я, кстати, ее тоже даю в марафоне. Это, ну, вакуум и волна, которые помогают избавиться от висцерального жира, который находится у нас внутри, вокруг органов. Это такой бонус, скажем так, чтобы уменьшить объемы живота и талию сделать более ярко выразительную. И самый большой плюс – это запускается весь обменный процесс по новой. Ваши внутренние органы тоже будут молодыми, здоровыми. Это просто вот бомбическая практика, я вас научу. Вадерия уже можно заниматься. А, это Ритуська, ты отвечаешь, да? Я на русском не все успеваю сказать. Поэтому вы уж извините меня, англоговорящие друзья, что я вам внимания не уделяю. Меня девчонки русскоговорящие не поймут, если я начну еще и обделять их вниманием.
Негоже это, негоже. Вот, поэтому всех приглашаю в марафон. К тому же цена реально такая, больше символическая. Ей захотелось после практики, да? Спасибо. Да, действительно, диастаз может вакуум убрать, может диастаз. Тоже надо понимать, смотрите, при диастазе вообще можно тренироваться, можно выполнять абсолютно все, за исключением, если это диастаз уже 10 и более сантиметров, когда уже все там трындец, только операция. Если до там, маленькое расхождение, то в принципе можно делать все. Тут очень важно знать технику во время тренировок силовых, во время йоги. Йога, кстати, тоже очень здорово помогает подтянуть вагинальные мышцы, сделать их более упругими, вернуть молодость вашему женскому здоровью и избавиться от диастаза. Но для этого надо знать технику. Это держать в тонусе, в подтянутом таком состояние анально-вагинальной мышцы во время всей тренировки, потому что самое опасное, что у нас может быть, это опущение внутренних органов и опущение матки. Хуже всего это, когда выпад матки, скажем. Извините, что это в прямом эфире говорю. А то у некоторых бывает слух режет, такие простые слова, но тем не менее. Какой врач ставит диагноз? Кому? Без молока можно... Какой врач ставит диагноз? Кому диагноз уже поставили, не пойму. Где вы тут... вы имеете в виду про диастаз или что? При камнях в желчном... Девчонки, я вот вам честно, марафон уже стартанул, сегодня уже второй день завершился, и мы заканчиваем набор завтра в 23:00, принимаем последнюю заявку на участие. Если хотите принять, вот сюда, в WhatsApp, пишите одно слово «участвую». Вот Анечка скажет, как оплатить, и... Можно при протрузиях. Девчонки, смотрите, в этом марафоне есть фитнес и йога для беременных. Это как раз специально для тех, у кого были роды, например, кесарево, прошло 2 месяца, вам нельзя на фитнес, вам нельзя на йогу для всех, но у вас есть фитнес и йога для беременных. Там полностью отсутствует нагрузка на живот, разумеется, для беременных женщин. Также грыжи, протрузии, сколиоз, суставы больные, слишком лишний вес, возраст, возможно, 60+, и вам сложно в ритмных тренировках нагрузки большие. Для вас есть фитнес и йога для беременных. Она называется для беременных, но подходит для всех, у кого есть запрет на физнагрузки. Хуже вам точно не будет. Потом вы не забывайте, что врачи обязаны ставить запрет для того, чтобы снять с себя ответственность. Но вы не забывайте, что все равно, как ни крути, ответственность за свою жизнь несете только вы. Не перекладывайте свою жизнь на кого-то, на врачей. Пришел в больницу, вам галочку поставили, что вы пришли, и все. Значит, врач теперь будет виноват, если с вами, не дай бог, что-то случится, да? Ногу подвернули. Врач виноват. Он не запретил вам ходить. Но давайте мы не будем уже настолько, эволюционировать в другую сторону. Вроде как умнее становимся, да, более там разумными. Управляйте своей жизнью, управляйте своим телом. Ваше здоровье полностью в ваших руках. Как вы это не поймете? Мы все время все на врачей сваливаем. Нет, есть люди, которым действительно нужно обратиться к доктору, чтобы он сделал какие-то действия и вас этим самым простимулировал. Но, опять же, я вот сколько раз рассказывала, допустим, взять ситуацию. 2 человека попадают на операционный стол. 1 умер, другой после операции через неделю вышел и еще 40 лет прожил. Почему? Потому что один боролся за жизнь, а другой нет. Все. С одинаковыми показаниями легли, там, с одной проблемой. Вот один захотел бороться за жизнь, а другой нет. Все. А потом родственники приходят в больницу и обвиняют. Это доктор во всем виноват, все во всем доктора виноваты, во всем доктора виноваты. То есть мы, получается, вообще себе не принадлежим. Ну что за ересь, а? Несите за себя ответственность. Даже Павел Воля, я помню, смотрела, я вам пост на эту тему напишу. Ролик возьму Павла Воли про таблетки, про лекарства. Блин, потрясающий ролик. И там в шуточной форме как раз он все это перевел. И очень здорово донес вот как раз вот эту информацию, что у нас на все таблетки нужны. Вот таблетку на то, чтобы взять таблетку. Вот так прям до абсурда мы уже себя довели. Вот раньше была зеленка, как он говорит, раньше была зеленка там и этот цитрамон. А теперь у нас есть шкаф для лекарств. Дверка в холодильнике есть для лекарств.
У нас препаратов стало столько, что, говорит, скоро будет отдельно даже фармацевт сидеть у каждого дома в шкафчике. Открыл шкафчик, у тебя там фармацевт быстренько тебе дал то, что тебе нужно, закрыл шкафчик и пошел. Вот понимаете, вот вплоть до этого мы уже дожились. Добавит сейчас Анечка в марафон, не переживайте, много запросов, всех добавит. Так что здоровье в ваших руках на 100%. Как убрать живот? Зайдите к Риточке на страницу прямо сейчас и посмотрите в записи ее эфир. Там целый час она показывает, как убрать живот. Целый час показывает. Но для того, чтобы он ушел, нужно встать напротив экрана и выполнить все, что она вам показала. Вот и весь секрет. Ну и немножко... Кстати, питание у нас в марафоне тоже есть. Питание набрать, питание потерять. Да, как говорится, на любой вкус и цвет. Да, тренировочка хорошая была, согласна. Да, ну, мне кажется, уже можно в сонник, к чему приснилась Вовченко. Да, Ритусь, я с тобой полностью согласна, как папа Карло. И тогда у вас не будет живота. Риту, вот на Щекина Маргарита, вот она, смотрите, на Щекина Маргарита прям над вами 3 или 4 сообщения написала. В ёбать, как папа Карла, это на Щекина Маргарита написала, наш тренер утренних тренировок. Участвую писать на номер, который внизу написан. Вот смс, ватсап. Лучше ватсап, быстрее получите ответ. Да. Вот Ритуся как раз написала тоже, кто по поводу питания спрашивал. Как найти Риту? На Щекина Маргарита. Она вот у вас в ленте пишет, видите, комментирует. Ну, в смысле, вот на Щекина, подчеркивание нижнее, Маргарита. Предпоследний пост тоже у меня там есть ссылка на ее профиль. При вакууме могут быть неприятные ощущения, потому что вы делаете что-то новое, что вы раньше не делали. Например, когда вы делаете приседы, вот первый раз решили спортом позаниматься, у вас что, так опа-на, все резко и хорошо получается? Да нет, конечно. А йога сегодня у меня новички. Чуть ли не плакали. Ой, тяжело, не могу, тело деревянное. Ну, потому что что-то новое мы делаем. То же самое и здесь. Могут возникнуть неприятные ощущения. Резких болевых быть не должно. Неприятные могут поначалу возникать. Это колоссальная работа происходит. Представляете, вы органы двигаете. Передвигаете их под ребра. Работает кишечник. И у кого проблемы, кстати, со стулом, тоже идеально. Диана на Оле заходит. Отчеты не надо, будет давать фото, ничего не надо. Вы тренируетесь для себя. Вы единственное, если хотите побороться за призы, а у нас третье место – это пожизненный вход в марафон, и второе место – это тур в Турцию, в отель 5 звезд на двоих 7 дней, все включено. И первое место – это операция на грудь, то есть подтяжка, и там, ну что хотите, операция на грудь от Марины Тычининой. Это потрясающий хирург, одна из лучших в нашей стране, которая делала операцию моей сестре. Я чуть попозже пост сделаю, чтобы вы могли посмотреть ее работы. Вот это будет первое место. То есть и можно еще меняться, если первое захочешь поменяться с третьим, со вторым, вы без проблем это можете сделать между собой. Вот, наше дело наградить. Вот, вы тогда, если хотите принять участие, отправляйте, у нас в марафоне есть телефон, контакт, куда отправлять фото, видео, доск, кодовым словом, ваши параметры, и через месяц вы отправляете после. Ну, все это, как всегда. Да-да-да, да, Иришка. Занька, что тебе, у меня тут прямой эфир? Ты не голая? Нет, я не голая. Ну, у меня просто эфир. Сорян, я заучила. Да, спасибо. Можно, конечно, ну, смотря от чего отталкиваться. 10 килограмм за месяц сбросить можно, но если вы отталкиваетесь рост 155 и там вес 62, то нет, это будет сложно. Если у вас рост, например, 175 и вес 80, то вполне за месяц можно сбросить. Девчонки, я в марафоне все рассказываю, показываю про вакуум, про Удияну, технику тоже нужно знать. Делаем вдох, на выдохе сжимаем легкие. И вот в этот момент, когда легкие максимально сжаты, у вас появляется пространство под ребрами, куда мы будем передвигать органы. Делаем ложный вдох, подтягиваем пупок. Сейчас покажу.
подтягиваем пупок к пояснице, немножко округляем спину, копчик подкрутили, подтягиваем пупок к пояснице, при этом мы делаем ложный вдох, мы не наполняем легкие кислородом. Во время всей практики мы не дышим. Мы только делаем движение телом, как при дыхании, но мы не дышим. И делаем вакуум. Вот когда сделали хороший вакуум, подтянули прям удияму хорошую, тогда мы делаем, наули хорошую, тогда мы делаем удияму, вот эту вот волну животом. Там чуть-чуть другая техника. Смотрите. Делаем вдох. Выдох. И вдох. Вот, собственно, вам показала технику. Ну, для того, чтобы получилось, нужно, конечно, тренироваться. Больше вариантов и подробнее я вам в марафоне покажу. Да, вакуум только натощак. Почему? Потому что у вас передвигаются органы и еду, которую вы там, воду, еду. Я просто сейчас после йоги, поэтому мне нормально. Все, что вы съели, выпили, оно вверх, обратно уйдет. Да и будет неприятно, ощущение, придется его тут держать. Ну зачем вам оно надо? Спасибо. Да, мышцы абсолютно полностью расслаблены во время выполнения. Здесь мышцы нельзя напрягать. Так что жду, приглашаю, жду, приходите. Будем работать. Будем менять себя в лучшую сторону. И вам спасибо за обратную связь. Тоже большое душевное человеческое спасибо. Бок левый ноет немного после вакуума. Ну, бывает. Ну, левый бок там, я не знаю, что может ныть. Может, только кишечник. Работа была вот с кишечником. Что там еще слева может быть? Я понятия не имею. Ой, девчонки. Ну, ничего страшного, если не участвуете. Но я вам скажу, что во время марафона я в основной Инстаграм редко прихожу на эфиры, потому что я все время провожу там, в марафоне. Там у меня постоянно эфиры, каждый день эфиры, утром, вечером, утром по 2, по 3, бывает по 4 эфира, именно только мои в день. Еще плюс Рита там, еще плюс Наташа Трухина, плюс Элеонора с Тверком, плюс Марина Русакова с английским. У нас там, я вам говорю, за месяц более 100 эфиров. Представляете, сколько вам информации даем за месяц? Ну, научим, девчонки, и волну делать научим. И вообще со своим телом познакомим. Потому что здесь же нужно главное понять, вот понимаете, в чем самая хитрость? Лучше все выполнять перед зеркалом, потому что мы видим свое тело. Но вся хитрость в другом. Надо уметь управлять своим телом. Оно умеет у вас делать то, о чем вы даже не подозреваете. И мы все родились с одним даром. Только из-за того, что нам это не надо на сегодняшний день, мы этим не пользуемся, мы это и не развиваем, мы это забываем. Обратите внимание, дети намного быстрее схватывают, когда им что-то показываешь. И показ они легко делают. Дети бац, и показ оно встали. И вакуум они делают легко, потому что у них еще нет блоков. Мы уже взрослые, мы уже все себя заблокировали по полной программе везде. И живем такие молодцы в этих блоках. Надо избавляться. Так поэтому у меня в марафоне еще и беременные. У меня каждый раз такая история, девочки. Около 20 человек приходят в марафон, и через день-два они беременные. Марина, что делать? Я поэтому сделала уже марафон и для беременных тоже. Чтобы вы уже не переживали, и я вам даю йогу для беременных, и я вам даю фитнес, чтобы вы могли дальше продолжать тренироваться и не пропускать этот марафон. Потому что он действительно бомбический. Ну, собрать такой коллектив, это непросто, знаете, и при этом сохранить хорошую энергетику. Мы 5 абсолютно разных человек, абсолютно мы разные, у каждого свое направление, разная энергия, но у всех очень положительная энергия, и все с большой отдачей работают, то есть прям такой классный коллектив, я вам говорю, я сколько собирала уже. 3 года веду марафоны, 2 года я с Ритой, и вот как с Ритой начала вести марафоны, вот с этого времени я собираю группу для марафонов.
Спасибо. Для беременных есть йога, есть фитнес для беременных, есть психология и английский. То есть для беременных тоже очень много чего. Спасибо, девочки. Как не забеременеть от ваших марафонов? Не приходите на беременные эфиры. Там точно забеременеть можно от одной энергетики. Все, ангелы мои, пошла я к деткам, в душ схожу и буду отдыхать. Да не важно, сколько после родов. Если естественные были, без проблем приходите в марафон. Если кесарево, хотя бы месяц-два должно пройти. И можно на йогу и фитнес для беременных. Я вас люблю, целую. До встречи. Пока. Завтра, кстати, у меня в 6 часов эфир. Выберу победителя, кому подарю свой кулер. Пока. До завтра. Спокойной ночи. Thank you.